Здравствуйте, решила показать свои аморфофалусы. У меня, получается, было два. Я купила на eBay из Дании, пришли эти аморфофалусы. Отломилась от самой большой. Вернее, от самого большого клубня отломился маленький кусочек, который прекрасно вырос, развился. Сейчас я его покажу. Вот, посмотрите. Прекрасно развился и дал еще одну детку, наверное, поросль вот такая вот. Хочу сказать, что все клубни данного аморфофалуса, данных вернее, потому что их было два, дали по еще по одной детке. Очень хорошее качество. Почему я показываю именно сегодня? Ну, во-первых, я расстаюсь вот с этим малышом. Он поедет к своему новому хозяину. А во-вторых, мне кажется, что скоро начнут они уже потихонечку уходить на покой. Поэтому я решила показать их сегодня. Как вы видите, очень красиво. И очень-очень толстый. Посмотрите. Видите, вот вторая детка. И у второго аморфофалуса тоже. Но она вот только показала свой носик, головку. Я не знаю, успеет она развиться или нет. Кстати, хочу спросить знатоков, что это может быть? Это перекорм удобрениями, это горячее солнце или это потихонечку мы собираемся на покой или нас кто-то поел? Неохота было копаться и писать той женщине, которая мне их продала. Она однозначно знает, что это такое. Кстати, на втором нет такого. А удобрения я им даю одинаковые. Ну, кто знает, расскажите. Разумеется, я их обрабатываю, как и все свои растения. Удобрения получают они раз в неделю с большим содержанием фосфора. Ну, поэтому такие огромные, толстые. Ну и полив по мере просыхания. Пока. Спасибо. Вот такие вот были аморфофалусы. Вот этот вообще действительно очень крупный. Ну и второй тоже не отстает. Надеюсь, что в какой-то момент все-таки мы зацветем. Спасибо. Если вам понравились аморфофалусы, ставьте лайк. А если появились вопросы, подписывайтесь на канал. Отвечу с удовольствием. А вот про аморфофалусы я сама интересуюсь узнать. Кто знает, расскажите мне, что у нас такое и что нам делать дальше. Спасибо.